Всем привет! Привет моим подписчикам, друзьям, всем моим зрителям. Вчера у нас ночью с вами произошло интересное, необычное событие для Российской Федерации, особенно для Республики Хакасия. Народ сказал свое слово, и мы выбрали губернатора Республики Хакасия Коновалова Валентина Олеговича, с чем я его от души поздравляю. Мы работали все большой командой, дружной командой. Мы понимаем, что это большая ответственность. Выиграть это только начало. Сейчас предстоит огромнейшая работа. Работа с людьми, работа на местах. Уже много проектов разрабатывается, уже много проектов разработано. Сейчас подключаемся, каждый в меру своих возможностей. Начинаем вытаскивать нашу республику из ямы, которую нас загнала правительство Зимина. Конечно же, нужно принимать серьезные решения. На сегодняшний день я знаю, что побежали крысы уже с корабля. Некоторые у нас министры щеманулись. Но понятно, что это все по указке сверху, либо какие-то личные свои амбиции, обиды и так далее. Профессионалов, как выясняется, не очень много. Все это так, басота неприятных людей, которые просто нас грабили. В идеале, конечно, заводить на них уголовные дела и с конфискацией садить в тюрьму. Там на каждого первого наверняка будут многотомные уголовные дела. Что еще хотел сказать? Видео это такое необычное, много говорить не буду на сегодня, больше, наверное, покажу. Это момент непосредственно ночного, аж вечернего и ночного ожидания, когда все сторонники КПРФ ждали изменений, даже, наверное, не только КПРФ, многих других партий, и беспартийных в большинстве своем. Все ждали, все смотрели, все надеялись. Кто-то, конечно, наоборот, был на другой стороне, и у них куканы горели, но это их личная проблема. Мы победили, я вас с этим поздравляю. Несколько видеосюжетов, как мы ждали, как мы волновались и как мы радовались, как мы праздновали. Очень приятно, что люди не стоят в стороне. Уже если такие люди, скажем так, я беру, конечно, себя в частности, все-таки как-никак и общественное лицо, деятель, да, президент Абаканской Федерации Киокусинкай Карате. И я в открытую уже высказал свою точку зрения. Я уже устал терпеть весь этот беспредел. И, конечно, замут с этой пенсии, это уже был совсем перебор. Да понятно, что в последнее время, я честно скажу, Единая Россия — это антинародная партия, которых нужно разгонять всех к чертям собачьим. Я говорю, не то что разгонять, а садить и с конфискацией заводить уголовные дела. Вы посмотрите, какие законы они за последнее время приняли. Это враги народа. А кого-то может и расстрелять бы, вернуть смертную казнь. Это было бы еще лучше. Все. Закончилась пресс-конференция в штабе КПРФ. Очень много журналистов. Самое интересное, все ждут, все в ожидании чуда. Очень много людей, очень много журналистов. Все хотят прислониться к этой смене власти. Все хотят изменить жизнь. И пока что мы ведем 57%. Прямая трансляция из штаба КПРФ. Значит, большого пути в других регионах. Уверен в том, что наше население нуждается в изменении структуры, в изменении, значит, подборе кадров. И я уверен, что та программа Грудинина, которая сегодня имеется, вывода страны из кризиса и 10 шагов КПРФ, я думаю, что это те программы, которые поддерживают население. Поэтому вперед, сибиряки, уверен в том, что следующие выборы в других регионах тоже будут достойные товарищи, которые возглавят наши регионы. Предвыборный штаб кипит, работа кипит, все работают. Осталось совсем немножко.
все смотрят новости, все ждут, ждут, когда все это закончится. Весь штаб кипит, а я тут, можно сказать, в самой гуще событий. Все прям в ожидании чуда. Со всей страны пишут, звонят, все переживают, все чувствуют, что это где-то рядом. Главное теперь, чтобы никакого ЧП не произошло основного и ничего не сфальсифицировали. Надеюсь, на вашу поддержку. Будем завидовать жителям вашего региона. Будем все делать, чтобы вы завидовали. Да, правильно, И чтобы наши потом проголосовали. Хотите красный флаг над Кремлем? Надо взять Кузбасс. Нет, я вам серьезно говорю. Не, мы будем объединяться постепенно. У меня сейчас душа болит за Восток. За Дальний Восток болит душа. Сейчас надо так же сделать. Везде надо. Не только на Дальнем Востоке, в Кузбассе, везде. Ребята, вы преодолели страх и ваше мужество. Оно того стоит. Но теперь будем брать пример с вами. Вы молодцы. И мы вами гордимся. Вы заслуживаете наше уважение. Но надеюсь, что и ваше уважение будет и нами заслужено. Поэтому спасибо вам. Можно еще лишь. Кемеровская область вас очень-очень благодарит за то, что вы. Вот так вот мы тут творим историю. Творим историю страны, за нами вся страна следит, и дай бог, чтобы все было хорошо. Все свои, ну понятно, что наша базовая поддержка — это трудящиеся обычные, ну, бюджетники и работники правоохранительных органов, то тоже нас поддержали, предприниматели нас поддержали, средний, малый бизнес. Поэтому в принципе был такой широкий действительно народный фронт, и именно благодаря этому мы победили. Они озадачены были, но смирились. Это еще раз. Я вручаю, поздравляю и нашу общую победу. Новая страница в истории. Записана победа. Тише. Владимирович, поздравляю вас. От всей нашей федерации поздравляю. От всей нашей страны поздравляю. Сфотографируйся, где свет? Трансляция! Ура! Ждали. Губернатор Валентин Олегович. Ура! 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 Ну что, все 100% протокол. Хотел бы сказать, что это победа наша общая, всего населения Хакасии, несмотря на то, что даже часть людей проголосовала против. Но я знаю, что большая часть из них была одурманена вот той избирательной кампанией, которая велась против нас по телевидению. Поэтому я хочу сказать спасибо всем избирателям, которые пришли на избирательные участки. Ну и, конечно, особая благодарность тем жителям, которые поддержали нас, поверили в нас. И мы
сделали все, лично я сделаю все, чтобы оправдать ваши надежды. Огромное спасибо за поддержку. Ура! Действительно, вместе с жителями Хакасии, с теми добровольцами, тысячами, я бы сказал, десятками тысяч людей, которые переживали, болели, агитировали, приходили на избирательные участки. Здесь работала команда КПРФ, команда, которую возглавляет Геннадий Андреевич Зюганов. И я думаю, что для тех ребят, девчонок и уже опытных депутатов Госдумы, которые приехали сюда, было очень важно вместе с вами отработать этот непростой, сложный период. Увидеть, как люди, исходя из желания изменить жизнь к лучшему, могут творить чудеса. Мы вместе с вами рядом, мы будем помогать это делать. И уверен, что при поддержке фракции КПРФ в Государственной Думе, нашего лидера, мы сделаем все, чтобы Хакасия развивалась не только за счет тех больших внутренних резервов, которые есть здесь, в республике, но и самое главное, что федеральный центр действительно уделял серьезное внимание этому прекрасному региону. А для тех, кто уже на протяжении многих месяцев здесь находится, Хакасия, ну, стала для многих вторым или третьим домом. Спасибо вам большое. Ура! Дорогие друзья, какой бы человек идеальный не был, какой бы он не был великий, в одиночку не победить. Побеждает команда. Вот здесь победила команда. Понятно, есть лидер, есть харизматичный лидер, человек с совестью, с порядочностью, нацеленный на созидание. Я думаю, эпоха разрушения Кавказской республики ушла в историю. Идет и пришла эпоха созидания. Второе, конечно, это программа. Люди не просто так. Они вот сегодня выходили, смотрели, они вспоминают, вот это сказал Валентин, а это он выполнит. А это как раз наша, то есть программа. Обязательно должна быть программа. И третье, знаете, самое легкое победить. А вот самый тяжелый, затем все, что высказано, реализовать. Это рутинная работа, тяжелая работа. Не один день, года. Года нужны. Надо сформировать команду, надо быть профессионально подготовленными. Иногда и спотыкаешься, это тяжело. А сверху там президент не наш. Премьер-министр, у него денег нет, но мы все должны держаться. А надо болеть душой. И знаете, вот если Валентин, он почувствовал, что есть команда, есть поддержка. Если он эту поддержку будет чувствовать постоянно, всегда, ежедневно, у него крылья вырастут. Мы рядом. Я надеюсь, что эта команда сформировалась на долгие годы. Вперед! На за будущие победы. Спасибо. Спасибо. Ура! Я предлагаю всем подойти и поздравить Валентина Олеговича. Наш новый губернатор. Ура! Как по Леониду Ильичу. И Ленин всегда молодой. Кто обнял губернатора, отходите влево. Обнимать других. Поздравляю. Весь Саратов уполномочил меня поздравить тебя. Заслуживает. Ну а ты вообще молодчик. Так, каратисты Хакасии вас поздравляют. Спасибо большое. Мы с вами. Секундочку. Главный поздравитель. Как ветеран партии, ветеран труда, я не думал об этом. За свою жизнь испытал немало моментов, когда мы обмывали результаты коллективного труда. Я гидростроитель. Братская ГЭС, Красноярская, Саяно-Шушенская ГЭС.
Поэтому мне просто вдвойне приятно, что мы видим сегодня результаты нашего коллективного труда, а главное, мы видим молодых. Для нас, ветеранов, это великое счастье, что есть молодые, это мы. И в марте, и в деле. Спасибо вам, ребята. Я говорю, ты же мне обещал, позвоню, поздравил. Но мы не то, что с людьми работали, мы сочиняли стихи. Да. Почему? Потому мне говорят, слушай, ну период нельзя. Я говорю, я знаю, что так должно быть. Вот что получилось. А эскизы их уже знают наизусть. Так, надо... Выборы, альтернатива. Но прозрачность ждали зря. Их приличия хватило до 8 сентября. Итог выборов все ближе. Чья победа? Не вопрос. Как фанера над Парижем пролетел единорос. Вбросов сделано немало. Ведь их весь всех кандидатур уже сразу Коновалов побеждал нас за первый тур. Испугались Казнограда. Не дадут дверь воровать. И любым подлогом рады, лишь бы выборы сорвать. Но сорвать не получилось. Чтоб зайти на чистый лист, неожиданно случилось победитель коммунист. Но тут, по-моему, еще одна есть. Незаслуженные награды победить в такой войне. Мы весь штаб поздравить рады Коновалова вдвойне. Ура! Так что удача, нелегким труде, не только вперед. Вот, ну что получилось? Друзья, нам как-то надо вместе держаться. На выборах мы победили. Теперь надо, чтобы народ и партия были едины. Поддержим нашего губернатора. Все, на этом я закончу свое выступление. Всем удачи, здоровья. Не забываем подписываться. Мне очень приятно. За последнюю неделю больше 150 человек подписалось. Для Хакасии это очень много. Напоминаю, что за подписку с вас денег ни копейки никто не возьмет. А мне очень-очень приятно. Не забываем комментировать. Несколько видео в конце я добавлю, которые самые пиковые у нас по выборным всем этим делам. Прочитайте ради интереса комментарии, там до сих пор поздравляют, там до сих пор что-то пишут. Не буду больше вас томить, всем удачи, пока-пока. Палец вверх, не забываем подписываться.